Ты видел видос? Я вообще ни одной девушки не нашел. Никого. У тебя такие красивые глаза. А вот с вами Юлик. Ну, поскольку с женщинами у меня не получилось, у меня осталось два варианта. Либо посвятить свою жизнь науке, творчеству и саморазвитию, либо бухать. Я пока не определился, и сегодня я хочу узнать, что лучше. Настоящие ученые задают вопросы по поводу и без повода. Ага, то есть, когда мы ехали с родителями в машине, я был мелким и постоянно спрашивал, мы приехали, мы приехали, мы приехали. Я был ученым, а не занудным пиздюком. Угу. Алло, мама, а ты знал, что я ученый? Нет, это не связано с котом. Какая больница? Опять? Женщины, да? Проявляйте любопытство. Ученые любопытны от природы. Я однажды батарейку взорвал, ослеп на полчаса. Полюбите процесс обучения. Чё? Я думал, ученые, они типа там, вот у них пушка есть, они порталы открывают. Чё ты? У меня неправильное представление о ученых. Вот! Это ученый. Это не ученый, это лаборант, который мочу процеживает через всякие фильтры, чтобы потом пить ее или продавать, не знаю. Это не ученый, это женщина. И эта женщина скоро пизды получит за то, что стекла испачкала. Вы посмотрите, она часто этим занимается. Надо, знаете, что сделать? Ну, смотрите, отхватила пиздюлей. Им нравится сам процесс самообразования, им не нужно кичиться перед людьми и показывать, что они знают намного больше. Мне все больше хочется стать алкоголиком, а не ученым. Я не пропагандирую, это вредно. Ну что это за хуйня? Делайте собственные выводы, не стоит принимать чужое мнение. Это очень важно для ученого. Знаете что? Я закрою нахуй эту статью и не буду принимать мнение ее автора. Спасибо. Петр Первый был алкоголиком. Сталин был алкоголиком. Стивен Кинг. Эрнест Хемингуэй. И Гомер. Последнее это то, к чему мы стремимся. У него есть семья, у него есть жена, работа высокооплачиваемая и, блядь, целый дом. Вот у тебя есть дом? А у твоего папы есть дом или маленькая квартира, где вы каждую ночь пропёрживаете все комнаты? Нет! А все потому, что он не алкоголик. Займись, блядь, своими родителями. Подкладывай бутылочку под подушку или покажи ему это видео. Или не показывай, а то тебе нахуй интернет отключат. Короче, будем искать пивас. Фрешенбургер пилсен. Нет, такое пиво мы пить не будем, не хочу финансировать фашизм. Русское пиво? Русское? Бать! Ру, где моя футболка с президентами? Надо же, мне горе нужно залить. Горе! Ладно, потом найдем собутыльника. Редкое русское пиво. Толстяк! Очень редкое пиво. Знаете, что я вам хочу показать? Твоя сила и мудрость. Вы посмотрите, как он говорит. Как красиво он говорит. Вы что, думаете, у него нет телочки? Да у него миллион телочек. Ну, или кот, по крайней мере. А какие сорта предпочитаете? Биттер, портер, стаут. Пожалуйста, толстяк. Нормально. Толстяк. Охуенное пиво. Да, пиво. А там все хуй. Пить можно. Вот. Золотые слова. Пить можно. Валите еще пиво. Ну как его похвалить? Ну заебись пиво. Пиздатое пиво. Как его еще похвалить, блядь? А еще пара красивых слов. Невъебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. Вот жидкое золото. Жидкое золото. Мы с вами определились. Будем дальше искать жидкое золото. Афанасий Марочная. С термознаком на этикетке в бутылке с бугельной пробкой. Козье молоко Афанасий Марыч. Мне кажется, меня хотят наебать. Эту рекламу будто моя бабушка делала. Такое, хочешь пиво? Да, 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 пиво. Бабуля, это молоко. Завались, блядь, пей. Вот такое чувство, будто у них на заводе просто появилась корова. И они такие, ну а что делать? Переклеивай этикетки. Блять, господи. Это тоже можете вырезать, я не знаю. В прошлый раз вы не вырезали, только испугались. По мнению некоторых экспертов, подобные ограничения лоббируются производителями водки. Я знаю, каких экспертов они слушают. Это, наверное, самый главный эксперт, безусловно, ученый, который изучает заговоры производителей водки.
Бывший генеральный директор бывшей пивоваренной компании считает, что в России нужно пропагандировать пиво. Спасибо, я этим сейчас и занимаюсь. Кто мне даст денег? Айрат Хайрулин? Дайте мне денежек, пожалуйста. Я вот стараюсь для России, чтобы они водку не пили. Вы понимаете, водка — это путь в никуда. Это путь к плохому алкоголизму. Пиво — это путь к хорошему алкоголизму. Нет, такое, наверное, нельзя говорить. Если тебе меньше 18, выключи от видео и забудь все, что я сказал. Если тебе больше 18, ты женщина, то напиши мне в директ, пожалуйста. Афанасий Марочная. С термознаком на этикетке в бутылке с бугельной пробкой. Безалкогольное пиво Афанасий Марочная. Прекрасный выбор. Почему безалкогольное? Я хочу пить. Афанасий 4,5%. Значит, он есть алкогольный. Почему нет рекламы алкогольной? Я просто хочу смотреть рекламу, где счастливые люди пьют алкогольное пиво и не давятся безалкогольным. Мы проверяли в бухлишко-патруле безалкогольное пиво, оно все невкусное. Молоко, конечно, классное, молоко я люблю. Нет, не люблю, меня раньше от него тошнило. Все плохо, молоко плохо, безалкогольное пиво плохо, водка вообще ужасно. Где алкогольное пиво? Ну, если верить в Википедии, то, очевидно, государство запрещает рекламировать алкогольное пиво. Ну, или использовать там животных и людей. Слишком много вопросов. Я чувствую, как я становлюсь умнее. Похоже, жизнь сыграла со мной злую шутку. Я хотел стать алкоголиком, но все равно стал ученым. Тяжело же быть таким умным. Придется всю жизнь страдать. Слюни летят. Такое бывает с умными людьми. Короче, я включил свои... Как это называется? Мозги. Применил навыки ученого, которые я получил в начале ролика. И все понял. Все понял. Это заговор. Это заговор, ребята. Как с рептилоидами, как с инопланетянами. Только, сука, настоящий. Мы слишком глубоко копнули. Я даже сбиваюсь от волнения. Государство ужесточает законы о рекламе пива. Пивовары рвут жопы, потом рвут вымя козам, чтобы выдавливать из них молоко. Пьют это молоко, становятся умными, потому что молоко полезное. А? А? Не ожидали такого? Вот. И делают такую рекламу, чтобы хоть как-то прорекламировать. Афанасий Марочный, пожалуйста, пришлите мне ящик пива за то, что я так много уделил внимания в этом ролике вашему бренду. Мы с вами далеко пойдем. Наверное. Или я сопьюсь. Или просто пришлите мне женщину! Будем искать собутыльника. Как найти собутыльника по скайпу? Чё? Я помню, мой папа пил с другом по скайпу. Алло, пап, я иду по твоим стопам. Нет, это не связано с котом. Оглянись вокруг. О. Просто тот комментарий напомнил мне этот интро для этого мультика. И, возможно, в этом интро заключены советы о том, как найти собутыльника. Или женщину. Давайте рассматривать со всех сторон. Или как стать ученым. Все может быть. Ну да, у меня сосед, когда наквасится, он из духов видел, и со стенами разговаривал, и сына проебал, и с обрыва упал. Господи, такой классный мужик был. Помню, сажусь в маршрутку, а там он. И он говорит, садись, я тебя бесплатно довезу. Мы едем, я смотрю на него и чую, и понимаю, что он бухой. Классный был дядька. Ищите среди старых знакомых. Ладно, я попробую убить трех зайцев одним выстрелом. Целый фильм про это есть, серьезно? Это молодая Елена Малышева? Ну, если подумать, то ее можно назвать ученым. Она всякие умные штуки толкает. Она женщина определенно, пусть... Не моего возраста, но женщины. И, видимо, мы чего-то о ней не знаем. Она нам говорит, это не важно. Важно, здесь не важно. Пейте. Доза, пейте. Пью за ваше здоровье. Вы видели? Вы видели, как Елена обращается с алкоголем? Похоже, я нашел идеальную женщину. Ученый, алкоголик, женщина. Ну, думаю, на этом пора закончить ролик. Я пойду готовиться к свиданию.
Елена, ждите. Ставьте лайки этому ролику. С вами был Юлик. Пока.